На этот раз бульвар выходного дня пройдет под названием «Вкусный день». На проспекте в границах улиц Щетинкина и Карла Маркса будет работать кулинарная площадка. Но изюминка этого бульвара выходного дня о том, что там будут кулинарные экспромты от команды Абакана, открытая кухня, где можно посмотреть, и не только посмотреть, но попробовать разные пикниковые кулинарные экспромты. Ахакасский национальный музей имени Козласова представит нам дегустацию сладостей из Талгана. Это традиционные национальные наши сладости, поэтому вот попробовать и узнать секрет приготовления конфет из Талгана тоже можно быть на бульваре выходного дня. На площадке уличный вернисаж недалеко от Хакасского госуниверситета для абаканцев будут организованы мастер-классы. Взрослые дети смогут порисовать, делать своими руками игрушки или украшения. По традиции здесь же будет работать ремесленная ярмарка. На бульваре выходного дня можно будет также посмотреть творческие номера танцоров школы хип-хопа. Будет организована и площадка с брейк-дансом. Развлекательную программу для абаканцев готовит и КДЦ «Красный Абакан». На бульваре также выступит уже полюбившийся абаканцам фокусник-иллюзионист Юрий Гасперский.